Всем привет! Сегодня мы откроем с вами Blackpink The Album Photobook Limited Edition 4+1. Это, я так понимаю, к 5-летию группы. Вышел как раз в день, по-моему, их дебюта в августе. Вышел он 9 августа. Мне кажется, дебют, по-моему, был 8. Поправьте. Почему-то мне кажется, что 8 августа, но они выпустили его 9. Ну, может быть... Ладно, может быть, они как-то решили там плюс-минус день, не знаю. Один из, наверное, самых моих ожидаемых релизов у Blackpink. Вот. То есть, давайте откроем. Штучку я так и не нашла. Да. Популярная в последнее время, да, у Эйтиз тоже в такой же штучке было, что... просто мы его, да, вот здесь вот доставали. О, он все прилипло к нему, вся грязь, боже. Так, ладненько, давайте тогда достанем. Так, короче, вот такая вот упаковочка здесь с короной, как было из... как было у нас в The Album, в их полноформатном альбоме, тоже такая корона. Так, здесь у нас тоже все черненькое. YG, Корея. Дистрибьютор K-Town for you. Прикольно. Окей. Правда, K-Town for you. Класс. Так. Слушайте, фотобук, конечно, из такого материала. К нему прилипло все. Он такой, знаете, как под бархат какой-то сделан. И вот просто вот все от упаковки. Просто жесть, конечно. Так. Вау. Так, здесь у нас находится, значит, всего две позиции. Я сейчас, мне даже вообще страшно его на стол класть. Сейчас всю грязь соберет. Здесь у нас находятся плюшечки. Поэтому их потом посмотрим. Их тут просто нереальное количество. Так, фотобук. Слушайте, а таким оком... чик-чик-чик. Правда, вот как вот такое бархатное. Не, ну прикольно, конечно, сделано, но ну, реально он все, даже не очистить. Здесь у нас за альбом фотобук Limited Edition. И сзади тоже такая корона. И у нас идет, получается, черная... розовый. Мне очень понравилось. Я, конечно, думала немножечко по-другому будет вот это вот выглядеть, такое розовое, да, такое вот, как сказать, обрамление, да, страничек, но все равно прикольно. Мне очень понравилось это на превьюшке, то, что такой черный фотобук в стиле таком черно-розовом, и плюс вот это вот обрамление розовым вот это страничек, мне показалось очень прикольным. Я такого пока ни у кого не видела, не знаю. И давайте начнем, будем смотреть. И плюс, конечно же, то, что он сделан книжкой. Такой вот, смотрите, все порвано вообще. Мне кажется, ужас. Я не знаю, конечно, что, как мне досталось. Я, ну, блин, он, конечно, прошитый, но то, что я сейчас открыла и увидела, это жесть. Просто вот, боже. Это у меня он, конечно, в каком-то в очень ужасном состоянии. Я не знаю. Я надеюсь, что он выживет после одного просмотра. Видимо, он немножечко так, знаете, оторвался, отстал. Я не знаю, что с ним делали. Но мне повезло, как обычно. Да, мне везет. Но то, что он такой книжечкой в твердом переплете, мне нравится. Ладно, будем надеяться, что он не развалится. Пока смотрим. Blackpink Limited The Album. Здесь... смотрите, здесь на части. То есть первая часть How You Like That, потом Ice Cream и Luffy Girls. 203 страницы получается. Блин, главное, чтобы странички реально не оторвались, потому что что-то мне там прям не нравится, как они перелистываются. Ну ладно, окей.
Так, how you like that? Все черное. О, это что такое? А, это такое разделение, первая страничка. Угу. Она такая прозрачная. Так, и у нас тут идет. Все темно, ничего не видно. Просто я надеюсь, что там хотя бы что-то видно будет на видео. Джису. Ну, понятно. Я, опять же, да, то есть я думала, что будет Дженни. Ну, да, это с Хави Лэкза, по-моему, так она была там, с такой покраской. Я почему-то думала, что будет тоже так же, допустим, ну, я так понимаю, Мамаму тоже будет, знаете, не за 7 лет там весь фотобук, я видела концепт фото, поэтому, да, там уже я тоже не жду что-то за 7 лет, но здесь, я думала, будет фотобук 5-летию группы, блин, все черное, вообще все темное, черно-белое красиво, и я думала, что будет... Тоже к 5-летию вспомнят, знаете, не только вот три каких-то, да, то есть 2020 года, а все-таки будет к 5-летию группы раз, то... О, красиво как. Ух ты, какой. Теперь желтый, розовое разделение, тоже правильно, ребят. Как красивая стрижка у Дженни. Очень красивые, короткие волосы, такой цвет волос, не знаю, мне нравится. Так, дальше. И черно-белое, прикольно. Блин, ну так и идет, так классно. Очень классно. Я думала, что будет за 5 лет какие-то фотографии, правда. Не знаю, мне почему-то такой ассоциации, раз вы делаете лимитный фотобук. Я понимаю, что он идет к The Album, да, то есть само название к The Album, лимитный фотобук. Но не знаю, я что-то как-то... Ну, фотографии, конечно, красивые, да. Так же, как и у Этис, которые я распаковывала, там тоже такие прям фотографии из разных эр, да, вот это все тоже такие, тоже такая же была книжечка, правда, там более журнальный, но тоже все прям красиво. Ну, больше, опять же, в стиле Blackpink, как их делают все альбомы. Все фотобуки тоже в стиле такого, как вот этих вот глянцевых журналов, которые я не очень люблю. Ну, окей, ладно. Розовый босс. Ну, фотки красивые, да. Так, вторая часть. Айскрим пошел у нас. Айскрим. Вот эти разделители прикольные, конечно. Они еще такие буковки выделяются. Ой, они уже не глянцевые, кстати, матовые. Вот эти было глянцевые, это матовые. То есть я думаю, здесь будет вообще хорошо видно все. Ой, оно такое, знаете, тоже изображение прям с рябью. Типа мало-мало пикселей. Штучка. Закладочка розовенькая. Оставим ее вот так, чтобы она разглаживалась. Ну, это, я думаю, из клипа, наверное, да? Все концепты из клипов. Ну, с одной стороны, то, что они сделали, допустим, Ice Cream, да, и Lovesick Girls отдельно, то, возможно, да, мне это нравится, потому что в фотобуках, которые 4 версии за альбом,
там этих концептов нету. Короткие волосы, не знаю, мне что-то прям нравится, да. А Хавил Экзат у нас отдельный, да? Да, у нас отдельный сингл-альбом, поэтому там, по-моему, во всех образах в этих они есть. Говоря, кстати, о пятилетии группы, я тут начала смотреть с ними контент, то есть начиная с 16 года, да, то есть я посмотрела там в 16 году всякие выступления, как они там дебютировали, как они вообще выглядели в то время. Посмотрела, как они сходили на Weekly Idol, я, конечно, уржала с ним, ну, понятно, там, конечно, ведущие, как обычно, я уже с ними смотрела, да, и другие, и ATEEZ приходили, и BTS приходили, поэтому я представляю, что такое Weekly Idol, и я там-то уржевалась, и здесь вообще тоже, ну, было очень смешно, прикольно. И знаете, что у меня поразило, что я, допустим, да, Blackpink я знала только по выступлениям, там вот это все, да. И, боже, знаете, какой был просто у меня, не знаю, не шок, а, наверное, больше удивление, что какие они прям в клипах, такие прям все, да, и какие они в жизни. Какие они, вот, допустим, на фотографиях, там, да, даже на выступлениях, мне кажется. И какие они в жизни, просто. Ну, вот в 16-м году вообще они такие прям стесняшки-стесняшки. Может, конечно, и сейчас они такие, я еще, знаете, так, не все, естественно, не все посмотрела, только начала. Поэтому... Но решила, что, думаю, раз я начала их слушать, и так, Love Sick Girls, третья часть, поехали. Ну, Love Sick Girls мне очень песня нравится. Ой, тоже, кстати, глянцево пошла. Love Sick Girls. Поэтому я решила, думаю, что раз я слежу за группой, да, то я... обязана с ними посмотреть и познакомиться, что это за девчонки такие, да, то есть, допустим, BTS я знаю, ATEEZ тоже знаю, а потом буду смотреть еще про Мамаму, потому что тоже должна узнать поближе, можно так сказать. Ну, это прям, да, это из клипа, в этих образах. Опять все черное, то есть, если мы сейчас айскрин смотрели, еще как-то все, знаете, так светленько было, хорошо, и все видно, а здесь все прям на черном фоне. А, это она, по-моему, лежала, да, когда там медсестру или что-то была. Блин, ну я надеюсь, что фотобук не развалится. Ну, я уже говорила про Love Sick Girls, что это та песня, которая, наверное, заставила меня, наверное, Blackpink посмотреть по-другому, потому что мне очень понравилась эта песня, очень понравился клип, и вот именно песни из 16-го года, это Stay, да, Whistle, что там у нас, Бомбая была, да, вот Джису хорошо видно, вот хорошая фотография. Playing with Fire. Вот это мне напоминает прям Love Sick Girls, мне кажется, вот именно из тех времен эта песня. Оттуда. И те мне песни тоже очень понравились. Именно альбомы 16-го года. Интересно, какие карточки здесь попадутся? Я делаю ставки, что обязательно будет Джису и Лиса. Не знаю, какая третья карточка будет.
Но мне кажется, что эти двое мне попадутся точно. Ну, фотобук, конечно, красивый, вот эти большие фотографии, вот, вот эти вот развороты очень красивые, да, черно-белые фотографии. Но я почему-то ждала что-то другое, не знаю, почему я так ждала. Правда, почему я ждала другое? Не знаю, мне казалось, я, конечно, ну, понимаю, что это за альбом, но почему-то я все равно думала, что фотографии будут, не знаю, как-то все-таки почему-то думала, что 4+1, 5-летие. Не знаю. О, видите? Вообще, у меня, короче, порвалась вся штучка, и это жесть. Просто вот все, вот оно. Все порвалось. Под корешок. Супер вообще. Обратно поставить. Ну ладно. Надеюсь, что ничего потом не развалится. Вот такой фотобук. Ну, если это было чисто за альбом, чисто за главкам песням, да, и такой лимитированный, да, как у нас есть фотобуки Дженни, Розе, которая тоже к их сольным, да, то тогда, в принципе, понятно, да, что я ждала. Ну, а я ждала из-за того, что это 5-я годовщина, я ждала, что будет что-то интересное и именно к 5-й годовщине. Ну, окей. Так, для начала я сейчас вам еще покажу, какую плюшку мне прислал YG, потому что я заказывала YG. Я знаю, что у Кейтауна это вот такая штучка. Сейчас ее откроем. Это, наверное, скорее всего, такая какая-то открыточка или что-то, фотография. Она не достается. По-моему, должна доставаться. Нет. Короче, она не достается. А, ну, значит, будет как открыточка. Просто поставлю. Просто в папку и все. Как обычная открыточка. Я знаю, что у Кейтауна там прям сет карточек был. То есть с каждой участницей и общая. Почему у Кейтауна плюшки круче, чем у YG? Да, им как-то надо задуматься о том, чтобы сделать тоже какие-то крутые плюшки себе. Не знаю, это очень странно. И давайте начнем смотреть плюшки. Это, наверное, самое интересное, и здесь очень много всего. Особенно мне нравятся стикеры, которые идут как раз, скорее всего. Ой, там карточки сейчас будут. Так, тоже, наверное, переверну. Сзади, посмотрите, какая красивая корона. Обалдеть. Боже, такое красотища. Не, ну красиво сделано, все переливается. Такое вообще. Супер. Так, я тут все достала. В общем, ничего тут больше нету. О, dropping in your area. Все, больше тут ничего нет. Так, ну, карточки главное мне было достать, все остальное пойдем по порядочку. Единственное, что могу сказать, вот, допустим, вот эти стикеры, мне так они понравились на превьюшке, наверное, больше всех они мне и понравились. Из-за них я больше всех хотела заказать, потому что тут собраны вся дискография, все альбомы Blackpink. Просто. Вот, кстати, да, Square One вышел 8 августа 2016, значит, я была права. То есть 8 августа был дебют, действительно, но почему-то фотобук выпустили 9 августа. Окей, очень красивые, просто переливающиеся, такие же переливашки шли в карточке Джису, которая мне попалась в этом Summer Diary. Очень крутые стикеры. Но, естественно, я их не буду клеить, скорее всего, сделаю какой-то отдельный на одну страничку файлик и, скорее всего, туда просто вставлю, потому что, ну, такие стикеры клеить. Хотя, знаете, вот они прям идеально, то есть берешь, наклеила всю дискографию, да, и как раз у тебя дальше все там карточки, еще что-то идет. Ну, круто. Плохо же здесь сольников еще нету. Ну, ладно, окей. Так, дальше. Что это такое? Так. Вау! Слушайте, кто бы сомневался, кто мне попадет в постере? Он такой, знаете, голографический, да? Постер получается из Ice Cream.
Да, вот мороженое нарисовано. И такой прям переливающийся. Класс. Блин, почему мне все джинсу попадается? Я не знаю. Хоть бы, не знаю, каким-то другим девчонкам шанс давала. Так, дальше у нас тут прям сет, я так поняла, каких-то открыточек. Да? Ай, сзади еще. Обалдеть. Вот это, я так понимаю, это вообще какие-то преддебютные времена, мне кажется. Вот, наверное, тот шел фотобук идет к The Album, а это получается как раз к пятой годовщине. Тут даже видно по внешности, посмотрите, Лиса. Это вообще видно, что это как раз к пятой годовщине, и это преддебютные времена. Вот это прикольно. Давайте посмотрим. Я здесь вообще не, вот правда, прям неузнаваемая, честно. Класс. А здесь вверху что написано? А, ну просто да, название. Blackpink за альбом. Вообще. Ну, хотя бы такое сделали, да? Ну, да, хотя бы такие фотографии сделали со всех их каких-то времен, видимо, к тысячелетию. Лиса. А, вот, это из клипа. А, по-моему, Playing is Fire как раз, да. То есть мы сейчас, наверное, увидим, скорее всего. А, нет, это знаете откуда? Это из Stay. Stay. Да-да-да, точно. Я почему-то вспомнила по волосам у Лисы. Да, это из Stay, из клипа Stay. Прикольно, если сейчас они реально... реально будут вспоминать прям все-все их клипы, все их альбомы, то это вообще будет прикольно. Наверное, вот такого я ждала, да. Класс. Странно, конечно, сделали двухсторонний. Интересно. Блин, тут, ну, конечно, если все это вставлять в папку. Так, это из 17-го года. Не буду врать название песни, но вот это точно из 17-го года. Их сингл. Да, единственная их песня, которая, по-моему, в 17-м году вышла. Я не понимаю, почему они так редко выпускают альбомы, почему такие перерывы вообще просто. Особенно в 16-м году, когда они выпустили... два альбома, и они причем были цифровые сингл-альбомы. Потом они выпустили только одну песню в 17-м году. Так, это уже скоро пошел. То есть их не было там, не знаю, очень-очень долго, да? Ну да, это скоро. Ну, слава богу, все-таки этот релиз оправдал мои ожидания. Все-таки мы получили за все 5 лет какие-то плюшки, какие-то... Видимо, вот это вот было то, что дискография, вот этот стикер, да? Он как раз и было, что значит вверху этот стикер. Сейчас будет вся дискография, все эти... все фотографии всех предыдущих альбомов. Да, вот это я ждала, конечно. То есть они объединили, получается, в один релиз фотобук. Still this love. Фотобук, который просто идет к The Album, да, 2020 года. И дальше потом просто вот такими открыточками. Хотя, знаете, как по мне, если честно, мне было бы прикольней и приятней смотреть фотобуком. То есть сделайте тогда 2 фотобука, если вы так хотите, а не такими открытками. То же самое, если бы они вот это все объединили фотобук. Не знаю. Так, это у нас все Kill This Love. Потому что вот так вот, ну, не знаю.
Напишите, что вы думаете. Как вам вообще релиз? Заказывали или нет? Понравился? Так, это, по-моему, как раз How You Like That, наверное, да? Да, это как раз пошел вам. Да, это как раз открыточки оттуда. Мне как раз попалась тоже открыточка с Jisoo. Такие прям черно-белые. Красивая фотография. Сколько их много. Правда, что им мешало объединить это в фотобук? Не знаю. Ладно, это я, это так, мои, конечно. Дальше вот айскрим пошел, я так понимаю. Яркое такое все, разноцветное. Что им мешало, правда, все это объединить? Не знаю, ладно. Ну, мне приятнее было бы реально фотобук смотреть. О, вот, вот такую мне подарочную. Прям вот фотография. Видимо, из... А нет, там дальше из-за альбом тоже будут фотографии. Я сейчас увидела. Где Селена Гомес? Почему ее нет? Ну, хорошо, это их фотобук, поэтому да, согласна. Так, ну и за альбом пошел. Нет, это, кстати, нет, за альбом, да. Такие, по-моему, были фотографии. Да, это были... А, я думаю, откуда эти фотографии? Это же присылали в подарок. То ли Apple Music, то ли какая-то, не помню. У меня же есть оба сета по 4. Да-да-да. Ну и вот эта фотография очень классно. Такая прям... Настоящая, живая, такая прям улыбается, не знаю, вот. Вот и все. Как будто посмотрели фотобук, да, и вспомнили прям все времена, все... Ну, мне кажется, да. Не зря вот так просто все это... Не зря вот эта вот штучка лежала прям сверху, то, что... Сейчас у нас будет вся дискография. И, в принципе, не наврали, действительно, вся дискография. И, в принципе, правда, к пятилетию, как я и ждала. Я говорю, что я не смотрела распаковок, поэтому понятия не имела, что дальше будут еще вот такое. Я думала, ну все, фотобук, какие-то плюшки, какие-то открытки. Но здесь просто не открытки, а открытищи целыми постерами. Так, это у нас... Ой, переливашки прям вообще... Можно ослепнуть, если честно. Я что-то, кстати, посмотрела, я прям чуть не ослепла. Правда, не знаю, мне как-то вот прям по цветам еще вообще переливашечка. Это у нас идет Ice Cream. Здесь мне попалась Дженни. Наконец-то мне попалась кто-то другой. Не, ну остальные две по-любому получаются. Точно там Jisoo там точно есть. Ну, не знаю, мне кажется. Очень красивая фотография Дженни. Потрясно просто. Так, дальше. Давайте посмотрим How You Like That. Сейчас найду. А, кстати, у меня еще вот такая штучка. Вот такая еще штучка, мы забыли. Здесь мне попалась Лиса. Кто бы сомневался. Слушайте, кто бы сомневался. О, кстати, даже 700 пик Лиса. Ну, красивая такая штучка, конечно. О, вот так хорошо видно. Если вам видно, вот так вот сделаю. О. Так, ну, слушайте, Jisoo, значит, постер, Лиса меня не забыла. How you like that? Вот такой задник. Слушайте, задники, конечно, очень красивые. Прям я, ну, мне сразу понравились, я как увидела карточки, я поняла, что это очень шикарные задники, очень красивые. И давайте раз, два, три. Да ладно, разы? Так, что-то пошло не по плану. Странно. Хорошо. В третьей по-любому должна быть Jisoo. Как так вообще? Так, ну и Love Sick Girls, наверное, моя самая любимая песня. И, наверное, самые такие карточки, которые я очень жду. А, задник, посмотрите, задник.
Такой переливающийся красивый задник. Давайте, раз, два, три. Розе? Да ладно? То есть в этот раз Лиса и Джису решили такие, типа, так, в прошлых альбомах, в этих альбомах попадались мы, потому что Have You Like That Me попалась Джису, да, ну, за альбом мне там все попадались, но Лиса в каждой версии была, ее карточка, все остальные там еще как-то разбиты были. Но ни одной Лисы и Джису. Представляете? Все, больше ничего, по-моему, нет. Да, больше никаких плюшек нету. Ну что ж, в принципе, в этот раз стикеры вообще классные, не знаю, я в восторге. Я бы, конечно, наклеила, но мне их жалко, да, клеить очень крутые. Так, ну, я вообще в шоке, что мне не попалось карточки ни Джису, ни Лисы. То есть в Самардаре это нам не попалось. Ну ладно, в общем, я не знаю, что произошло. Видимо, у кого-то какая-то рука везучая на розе, поэтому мне положили реально их. Но, хотя, с другой стороны, мне в этом релизе попались все участницы, потому что у меня и Дженни, и розе две карточки, и Лиса, да, и Джису постер. Так что, в принципе, я довольна всем. Не знаю. Про релиз. Вот это классно. Классные, вообще классные карточки. То, что из трех R сделали, да, и у нас есть три карточки. Вот эта штучка прикольная. Ну, тоже вставлю, конечно, но просто будет тогда получаться как закладочка, да, тоже лежать. Постер тоже будет лежать. Фотобук, я сказала, да, то есть мне бы сделали, допустим, вот эти штучки все. Вот это круто, то, что вот это вот сделали они со всех 5 лет, то, что они сделали по всем альбомам, это круто. И сделали бы, если фотобуком, я бы вообще была в восторге и сразу бы сказала, что это супер-пупер релиз. Но за счет того, что просто такими, да, как бы как постерами такими, и получается просто тоже их сидеть вот так перекладывать, да, то есть фотобуки было бы, не знаю, мне как-то более, не знаю, как-то круче, короче. Вот. А тут фотобук, да, наверное, просто объединили и сделали как лимитированный именно к тому альбому, да, который 4 версии. Поэтому, в принципе, мне жаловаться, ну, грех жаловаться, просто надо лучше читать название. Ну, вот почему-то я думала, что... Хотя, да, тут объединены и то, и то. Так что вот. Ну, то, что мне попало 2 розе и Дженни, вот это, конечно, прям... Я не знаю, что-то как-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ну, ладно. Увидимся в следующих распаковках. Ждем Эйтис, Лису, Мамаму. Я очень хочу их скорее всех распаковать и посмотреть, что там за релизы, какие фоточки, какие карточки попадутся. Поэтому ждем. А так, до новых встреч. Увидимся. Пока!